За прошедшие 25 лет органы внутренних дел Казахстана изменились до неузнаваемости. И если на заре независимости тогда еще казахстанская милиция была слабо вооружена, а технике приходилось по большей степени мечтать, то сейчас это мощные подразделения, готовые дать отпор любому хорошо вооруженному врагу. Сегодня главная заслуга полицейских – это порядок на улицах наших городов, которого удалось достигнуть в том числе и благодаря заботе государства. Для материального обеспечения полиции области и поддержки правопорядка немало делается со стороны государства. Так были выделены средства на приобретение 5 мобильных комплексов «Криспи», 55 камер видеонаблюдения на спецавтомашины. Помимо того, выделены средства на приобретение еще 160 автомобилей. За успехи в борьбе с преступностью в служебно-оперативной работе около 30 сотрудников областной полиции всех рангов были награждены грамотами и благодарственными письмами Министерства внутренних дел. Вспомнили полицейские о тех, кого сегодня с ними нет рядом. Родителям капитана Таира Ширалиева, погибшего в 2009 году при задержании опасного преступника, была вручена юбилейная медаль. Я очень благодарен коллегам моего сына за то, что они до сих пор помнят о нем. Я хочу поздравить их с профессиональным праздником, пожелать им успехов в работе, счастья и чтобы не жалели сил для поддержания общественного порядка. Всего же юбилейными медалями, грамотами и благодарственными письмами были отмечены в общей сложности более 1500 стражей порядка всех областных отделов полиции. Данияр Худайбергенов, Талгат Абинабиев, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар».